Привет, интернет, с вами Илья, и это второй выпуск моей новой рубрики «Открытие кейсов». Сегодня будем открывать коробочку от компании Loot Case, а именно ноябрьский выпуск Geek Case синего цвета. Ну, не теряем время, погнали! Ну что ж, тематика ноября — это космос, и как видите, это фильмы Star Trek, Доктор Кто и Звездные войны. Так что это, на мой взгляд, очень интересно, и шмотки здесь весьма классные, судя по сайту. Давайте же не будем тянуть и поскорее начнем открывать эту коробку. И первое, что бросается мне в глаза, это настольный флаг Альянса Звездных войн. Фанаты, уверен, такое оценят, думаю, это очень здорово будет смотреться на моем рабочем столе. Все-таки для кого-то это, конечно, покажется мелочью, но для фанатов это очень такая крутецкая штуковина. Ну а мы идем дальше, а дальше у нас такая вот тетрадочка Star Wars с изображением Мастера Йоды. Тоже вполне себе интересно смотрится, и я на самом деле даже не знаю, буду ли я эту тетрадку использовать по назначению. Наверное, все-таки нет, и она пойдет в мой домашний музей с такими вот прикольными штуками. Я такие вещи просто обожаю, поэтому это очень даже в тему. Ну а далее у нас идет такая вот тарелочка, и это опять же Звездные войны. Кстати, как я понял, это именно настенная тарелка, и очень она так креативно смотрится. Ну а далее давайте уже откроем эту маленькую заветную коробочку. Те, кто следит за стафом от компании Loot Case, уже знают, что они постоянно присылают крутые кружки. И тут мне снова такая попалась, и она именно к фильму «Доктор Кто». Здесь такой вот довольно качественный принт, и выглядит она вполне красиво и достойно. Кстати, мне также понравилось то, что внутренняя сторона выполнена в красном цвете. А то, честно говоря, мне уже белые кружки порядком поднадоели, и такой цвет выглядит, на мой взгляд, гораздо интереснее. Ну а далее я вижу футболку, и это опять «Звездные войны». Ну, кстати, не буду лукавить, именно эту футболочку я и хотел, и, кстати, как я понял, она является эксклюзивом, так что мне очень даже повезло. Как раз скоро пойду в кино на «Звездных войн» и обязательно ее надену. Очень такая яркая футболка, классный принт, и, на мой взгляд, она очень сочно смотрится. Ну что ж, у нас тут есть еще шмотки, и это такая вот странная коробочка. Честно, я сначала не понял, для чего она нужна, и только прочитав информацию на сайте, я понял, что это коробка для печенья, и выполнена она тоже в стиле «Доктор Кто». Это еще одна такая оригинальная вещица в мою коллекцию, осталось только запастись печеньем. Кстати, внутри тут также лежала мелочь, это подставочка для флага «Звездных войн», магнитик, значок и наклеечка. Мелочь, ну, тоже приятно. Ну а следующая вещь тоже невелика, но это очень крутецкая штука. Это железная, довольно увесистая фигурочка из «Звездных войн». Ну и еще две вещицы здесь осталось, и это обложка для паспорта, опять же, из «Звездных войн», тоже достаточно яркая и прям для настоящих фанатов. Ну и, как всегда, это постеры уже тут на тему «Доктор Кто». Кстати, скоро, думаю, все свои постеры повесите на стену в комнате, так, на мой взгляд, будет выглядеть достаточно интересно и креативно. Ну, в общем-то, думаю, в моих и дальнейших обзорах вы это все дело заметите и оцените. Ну и, наверное, будем на этом заканчивать. Шмоток мне очень много попалось, учитывая, что кейс почти самый дешевый. Сейчас, на самом деле, много всего на сайте Loot Case вы сможете найти и подобрать что-нибудь под свой вкус. Я ссылочку, как всегда, оставляю в описании под видео, так что можете более детально там все посмотреть. Ну и на этом я на сегодня буду заканчивать. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорой встречи. Пока.